Здравствуйте, уважаемые подписчики! В данном видео хотел рассказать о том, как разводить краску для аэрографов, в частности, акриловые краски. В принципе, есть несколько вариантов. Можно использовать специальные разбавители, которые весьма дорогие. Можно использовать профильтрованную воду. Можно купить дистиллированную воду в любом автомагазине, она стоит недорого. Либо можно сделать самый простой вариант – налить в бутылку воды, поместить ее в морозильную камеру и заморозить. Но не полностью. Дело все в том, что вода чистая замерзает гораздо быстрее, чем вода с примесями, солями, минералами. Вот. То есть, когда вода чистая замерзла, можно взять, слить воду с примесями, и уже, соответственно, подождать, пока оттает вода чистая, и ее использовать для разведения краски для аэрографа, чтобы потом не было в процессе краски, в красении деталей, всевозможной шагрени и забивания аэрографа. Краски я использую акриловые, но в данном случае художественная краска. Она имеет свою определенную консистенцию, достаточно густую. А еще все зависит от того, какая краска. Есть краски водорастворимые, есть краски спирторастворимые. То есть водорастворимые, соответственно, можно разбавлять водой, а спирторастворимые лучше всего разводить либо чистым спиртом, либо 40-градусным раствором спирта. Ну, сейчас мы говорим о красках водорастворимых. Покажу наглядно, как это делать. У меня банка с большой, скажем так, большой емкости, поэтому использую ложку. Консистенция краски очень густой сметаны. Пока, думаю, этого хватит. Не советую наливать сразу много воды, чтобы потом не добавлять краску. Лучше использовать бутылку с дозатором, чтобы было проще. И кисточку желательно взять с жестким ворсом, синтетику. Краску лучше разводить до состояния такого полужидкого кефира. Ну и воду, соответственно, лучше добавлять понемногу, чтобы потом не пришлось добавлять краску. Можно использовать даже элементарно домашнюю там посуду. Акриловая краска очень легко отмывается и не оставляет, скажем так, никаких следов и примесей. Кисточку желательно периодически промывать от налипшего на нее, от налипшей краски. Необходимо добиться такого эффекта, что после того, как вытаскиваете краску, кисточку из краски, чтобы хотя бы 2-3 капли стекало с самой кисточки. Почему лучше использовать кисточку синтетику с жестким ворсом? Она лучше будет разбивать фракции краски. Если вы развели краску и она вам показалась все-таки густая и с аэрографа плохо выходит, ну, соответственно, ее можно подразбавить прямо в самом аэрографе. Ну вот, в принципе, вот такой консистенции краска вполне подойдет. И теперь, что немаловажно, краску надо профильтровать. Для того, чтобы те фракции, которые не были разбиты, не растворились, остались на фильтре, соответственно, не попали в аэрограф и вам его не забили. Для этих целей подойдут либо слитки капроновые. Ну, у меня такого не нашлось. Нашел старый чулок. Теперь по чуть-чуть нашу краску
чуть-чуть остается, какая масса. Это как раз-таки не растворившаяся фракция краски. Вот таким вот образом у нас получилась краска непосредственно уже для работы с аэрографом. Вот. Можно перелить в другую посуду чистую. Желательно с крышкой, конечно, для того, чтобы краска не высыхала. Ну, я накрою, потому что сегодня я буду красить аэрографом работать. Вот, собственно, и все. Посуду всю эту можно, пока краска не высохла, очень быстро отмыть. Чулок тоже, как бы, следок, если хотите, можете выкинуть. Нет, можете использовать его, помыть и использовать в дальнейшем для разведения краски. Вот и все. Подписывайтесь на канал. Смотрите сборки моделей. Всего доброго. До свидания.